Очень редкий и нестандартный танк в нашем рандоме М48 Паттон. И вот, после апа я все-таки решил его выкатить. Скатав пару боев, у меня были очень смешанные ощущения. Я не понимал, хороший ли он или же плохой. И вот, этот бой показал мне, что танк довольно играбелен. Карта порт я в стандартном СТ-месте, где надо играть только от башни. Благо у Паттона она довольно крепкая. Наши основные силы слились, и я вижу, что Е100 начинает пушить. Это означает только одно, надо разбирать его на подъезде. Ловлю очень страшный взгляд и все-таки танкую. Вкатываю ближе, потому что нас окружили, и надо разбирать шотных. Снайперский попадаю по Е100, танкую жопой выстрел 60 ТП, вкатываю и забираю двух шотных. Выставляю обратный ромб, сбиваю каток, и 60 ТП попадает прямо по дулу моего союзника. Он отлетает в ангар, и я забираю свой заслуженный мастер. Всем спасибо за просмотр, пока!